это ощущение, которое вы первый раз испытали, вот этой энергии, было ли оно похоже как на нормальное самочувствие, когда вот вы были моложе? Да, да, я и забыл сказать про это. Вот действительно, в детстве, ну, когда вот, ну, 14-12, вот такое состояние, беззаботность, как бы, свежесть, ну, вот да, да, действительно, вот, состояние детства, вот такой эффект был сразу, быстро. Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Александр, и мы с вами на канале биоактивного минерала Синтезит. На этом канале люди, кто принимает Синтезит, рассказывают про свои результаты, делятся своим опытом, своими ощущениями. Зачастую эти ощущения бывают, и результаты феноменальные, какие-то болезни серьезные проходят, недуги. Ну и по статистике, как правило, то есть увеличивается качество жизни, энергия появляется. И сегодня у нас в гостях Сергей Львович. Сергей Львович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я попрошу вас рассказать свою историю знакомства с синтезитом, почему вы решили его попробовать, преследовали какую-то конкретную цель, или, может быть, просто для улучшения, так сказать, общего самочувствия, да, укрепления иммунитета, как вы его принимали, какая дозировка была, сколько принимали по времени, ну и чего, в принципе, вы добились, вот какие у вас есть субъективные и объективные данные. Так, все понятно. Ну, я его узнал из, ну, блогера есть такой Джон Коннор. Ну, там правильный образ жизни, здоровый образ жизни. Вот он как бы ссылался на него, интервью брал у вас, приезжал к вам в фирму. То есть там все подробно было рассказано, и я как бы это, проникся. Вот, и тем более у него много подписчиков, а про вас-то я вообще не знал. Ну, как бы это, он на себе проверил, на матери проверил. То есть и потом и счет одного человека тоже от блогера про ваш продукт узнал. То есть как бы подноготно это все рассказали. Ну и я решил, так сказать, сам заказал вот две упаковочки. Ага, как рекомендовали ваши сотрудники. Сначала надо две штучки принять, но у меня вес 60 килограмм, ну, чуть-чуть слишком. То есть там из расчета такого. Вот. Принял сразу две штуки, и эффект, да, был, как будто обновление какое-то, как будто заново родился. Ну, вот это после приема, ну, новые ощущения такие. Ну, потом по мере, видать, организм привык уже, как бы не стал замечать изменения, но когда организм привыкает, он как будто так и надо. То есть становится лучше, а сам того не замечаешь. Вот. Вот. Ну, я принимаю всего вот одну баночку, только принял. То есть, как бы, судить еще рано об этих эффектах. Вот вторую начал принимать после паузы, как рекомендовали. Сам я на пенсии, мне 64 года. Вот, в ноябре будет 65. Ну, вот такое дело. Хорошо. Сергей Львович, скажите, пожалуйста, вот это ощущение, когда вы первый раз приняли синтезит, да. Вы говорите, почувствовали вот эту вот энергию. Ну, мы все, всегда вот в своих передачах всем людям говорим, что синтезит – это не стимулятор, это не допинг. То есть он не стимулирует ничего, он просто помогает организму именно работать так, как он должен. Вот это ощущение, которое вы первый раз испытали, вот этой энергии, было ли оно похоже как на нормальное самочувствие, когда вот вы были моложе? Да, да, я и забыл сказать про это. Вот действительно, в детстве, ну, когда вот, ну, 14-12, вот такое состояние, беззаботность, как бы, свежесть, ну, вот да, да, действительно, вот состояние детства, вот такой эффект был сразу, быстро. Да, ну, да, то есть мы вот всегда про это говорим, чтобы люди обращали внимание, потому что… Вот этот самый эффект я и обратил внимание, я и про чего говорю, как будто заново родился, то есть все это, весь этот возраст скинулся и как бы, да, почувствовал себя, такие ощущения детские вспомнились. Ну, я ведь не поэт, как вырасти, как могу, уж извиняюсь. Да, был эффект, вот именно этот эффект, вот самый первый, прям буквально минут. Через 3, 4, 5, ну, в течение 10 минут сразу
Да, вот, уважаемые зрители, смотрите, вот уже пару раз про это говорил в наших передачах, и вот сегодня еще раз обращу внимание, что пока мы молодые, посмотрите на детей вокруг вас, они бегают без остановки, они не ходят, они бегают. То есть из точки А в точку Б они перебегают, они не устают, они купаются в речке, пока у них губы не посинеют и не замечают этого холода. Они быстро засыпают, быстро просыпаются. Болезни у них быстрее проходят, ну, там, в зависимости от болезни, конечно. Вот. Это нормальное состояние организма, то есть, когда вот у нас все быстро происходит регенерация, происходит восстановление сил, мы все так должны функционировать. Но с возрастом, когда потихонечку вот эта вот энергия кончается, и запасы определенные в организме кончаются, мы перестаем эту энергию замечать и чувствовать. Мы начинаем просто ходить, нам становится уже тяжело подняться там, на третий, на пятый этаж. Вот. Это происходит все незаметно, и люди с этим смиряются и думают, что так и должно быть. А на самом деле все люди должны вот быть энергичными, сильными, здоровыми, веселыми, быстро выздоравливать, хорошо высыпаться, быстро засыпать. То есть это нормальное состояние организма, которое помогает вот добиться синтезит, причем достаточно быстро. Опять же, вот, уважаемые зрители, вот 50% случаев, таких как Сергей Львович, чувствуют синтезит в первые 3 дня. Это примерно 50% наших покупателей. И остальные немножко более долгосрочной перспективе. То есть это может быть 2 недели, это может быть 3 недели там, или 1 месяц, да, к примеру, вот так. Есть такие случаи, когда человек, допустим, пьет синтезит, и вроде бы ничего не происходит, он ничего не чувствует. А потом через несколько там, месяцев он понимает, что должен был гайморит у него обостриться осенью опять, а гайморита нет. Или должен был появиться герпес, а герпеса нет, да, и вроде бы как бы незаметно, а на самом деле потом, если глубже копнуть, изменения-то они видны, вот. Поэтому, уважаемые зрители, очень внимательно перед приемом синтезита фиксируйте все свои внешние проявления, да, какие-то, какие вам не нравятся. То есть пигментные пятна это могут быть, это может быть там вот вены какие-то выступающие, синтезит, он помогает с варикозом разобраться. Как вы засыпаете, как вы просыпаетесь. Вообще все записывайте, чтобы вам потом было с чем сравнить и понять, как вот он на вас непосредственно работает. Сергей Львович, скажите, пожалуйста, у вас со сном что-нибудь изменилось? Так, со сном. Ну, я как бы, не было у меня проблем со сном. Я как бы придерживаюсь здорового образа жизни. То есть, вот у меня насчет простудных заболеваний. Вот. После приема вот, ощутил, вот вроде как бы насморк начинается. Потом какие-то минуты или часы, и он раз как бы уходит спять. Видать, внутри иммунитет борется с этой, ну, то есть не дает проходу этому делать. А другие бы разы, возможно, и осложнение, и дальше. То есть как бы вот это я почувствовал. Конечно, конечно. Да. Это очень важно, допустим, если синтезит принимаешь, что, к примеру, чувствуешь, что что-то где-то заболело, да, к примеру, закололо, защипало, там, я не знаю, в носу сопли какие-то появились. Просто дозировку увеличиваешь на 1-2 капсулы в сутки дополнительно, и, соответственно, очень быстро все это может пройти. Да, вот насчет этих воспалительных болезней, вот они как бы начинаются, раз и уходит спять, то есть и достигает своего клима, и когда вообще ложится с температурой совсем, вот это хорошее вообще, мне нравится. Ну, да, со сном, да, со сном как бы это, вроде иногда, когда вот ну, переспишь или еще что-нибудь, и на следующий вечером ложишься, то есть как. А сейчас постоянно лег, уснул. То есть нет таких вот, глаза выпучило, ну, выспавшись, а все равно, ну, да, есть эффект. Ну да, согласен. А Сергей Львович, скажите, пожалуйста, для наших зрителей, чтобы они понимали, да, вот сколько вам лет и какой вот образ жизни, вы говорите, здоровый образ жизни я веду, что вы под этим подразумеваете, какие-то диеты специальные, физические упражнения, что? Так, ну, лет мне 64, в ноябре будет 65. Вот. Насчет здорового образа жизни, как бы я в этом году убрал, ну, или в том году потихоньку, мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, ну, которые зашлакованность организма влияют.
Ну, правда, иногда это по первому разу срываешься, но ограничил, так сказать. Ну, мясо вообще убрал и молочку убрал вообще. То есть это как бы, ну, согласно, смотришь товарища, который уже как бы на правильном питании, вот, придерживаешься их советов. Ну и вот, соответственно, отсюда синтезит выплыл, как бы это, укрепить еще, закрепить. Конечно, конечно. То есть, как бы, в питании, в продуктах все равно организм не все возьмет, что ему надо. То есть, все равно дефицит ощущается. Ну, вот, согласно, так сказать, рекомендациям, вот, синтезит решил попробовать. Вот еще сейчас докуплю на следующий год на курс. Вот. И буду опять принимать. Хорошо, хорошо. То есть вы, получается, стали вегетарианцем, да, по большому счету? Да почему? Яйца ем, то есть желтки. То есть, ну, вот, рыбу там раз в неделю. Вот. Ну, конечно же, хотел бы, то есть без этих дел, но пока не получается. Хорошо. Ладно, я тогда пожелаю вам всяческих успехов на пути к вашему оздоровлению, продлению активного долголетия, потому что мало того, что надо долго жить, надо еще жить качественно, да, то есть если ты живешь там до 100 лет, но ты привязан к постели, к какой-то там к аппаратуре и так далее, в этом ничего нет, конечно, хорошего ни для тебя, ни для окружающих людей. А если ты вот полон сил и энергии, можешь творить, делами заниматься, да, и работать даже, то, ну, конечно же, это всегда хорошо. Поэтому благодарю вас еще раз, желаю всяческого здоровья, и, уважаемые зрители, если вам понравился вот опыт Сергея Львовича, это видео, пожалуйста, ставьте лайк и нажимайте подписаться на наш канал и на новые уведомления. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, Александр. Успехов.